провалившего финал ЛЧ вратаря Ливерпуля, утешила звезда. Американская актриса Миа Халифа вступилась за голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса в ходе обсуждения его неудачного выступления в финале Лиги чемпионов против мадридского Реала. Дискуссия относительно вратаря проходила в комментариях к посту в INSTAGRAM аккаунте портала Benchoormers. В комментариях к посту, где над фотографией Кариуса значится надпись «Смотрит на приз», администратор аккаунта намекнул на неудачную игру вратаря в матче с испанцами, написав «Лучше бы смотрел на мяч». 25-летняя актриса фильмов для взрослых, в свою очередь, поддержала футболиста, оставив комментарий, а может он сам приз. Потому что... Высказывание вызвало бурную реакцию аудитории. «Собака Миа Халифа и Кариус выиграл кое-что покруче Лиги чемпионов», написал пользователь Йосип Хунг. «Собака Миа Халифа, наверняка ты лучше управляешься с мячами, чем он», ответил актрисе Арлинд. «Собака Миа Халифа, похоже, ты единственный человек на Земле, кому он нужен прямо сейчас», написал Фес подчеркивание Кан 17. Ошибки Кариуса помогли мадридскому Реалу обыграть Ливерпуль со счетом 3-1 в финале Лиги чемпионов. Испанский клуб выиграл трофей в третий раз подряд. Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду стал обладателем Кубка чемпионов в пятый раз в карьере. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.